Здорово. Сегодня я ужинаю рыбными консервами, которые я купил в магазине. Вот. Смотрите. Ага. Сардина тихоокеанская. Доброфлот. Иваси. 245 грамм. Вот такая вот штука. Почитаем состав. Консервные рыбные. Состав. Сардина тихоокеанская. Соль, перец. Черный перец душистый. Лавровый лист. Все довольно натурально, все довольно прикольно. Изготовлено в море из свежепойманной рыбы. Как это возможно, я вот сам я не понимаю. Типа, изготовлено на корабле, что ли? Странно. Я не знал, что на корабле могут консервы сделать. Что ж, откроем это. Открываю. Пахнет сайрой. Пахнет чисто сайрой. Очень похоже. Хотя написано сардина. А сардина это не сайра? Надеюсь, что нет. Сверху вот такой вот слой с желтенькой. Ну вы видите, да? Желтого цвета такого. На гарнир к рыбе будет хлеб. Хлеб белый. Че, попробуем? Структура неплоха. Рыба довольно жирная. И компот, в котором она плавает, тоже. Он такой прям жирненький. В него можно хлеб помакать. И это довольно вкусно. Стоила эта баночка за 245 граммов 70 рублей, по-моему. Но это со скидкой было. Без скидки она стоила под сотню. Вывод какой? Если вы варите суп, то не переплачивайте за сардины. Купите просто сайру. Потому что вкус у них одинаковый. Если вы хотите покушать просто рыбу, то в сардине есть смысл. Потому что она более жирная. Именно поэтому ее вкуснее кушать. Ну, просто так. Саму по себе. В меру соленая и не тухлая, поэтому этого производителя я порекомендую. Для одиноких холостяцких вечеров, когда вам впадлу готовить, самое то. Всем пока!